девочка. Хорошая собачка. Хорошая. А это хаски? Он взрослый уже? Наши 5. Она рожала? Нет. Она не рожала. Что? Он пристает. Она вас стерилизована? Нет. Да ну, они становятся какие-то такие странные собаки после стерилизации. Ну вот я видел овчарку у нас стерилизованную, она какая-то непонятная, какого себя ведет. Может, от собаки зависит. Наверное. Не-не, я знаю. Но я точно знаю, если кобеля стерилизовать, то он потеряет мышцы. То есть у него не будет мышц, как у кобеля. То есть он будет похож уже. Кобели, знаете, когда кастрированы. Я по-своему наблюдала, он начинает на них прыгать, на ничего. Видимо, сразу как гормон не выделяет. Ну вот то, что кобели, я точно... хорош. Сейчас пойдем. Надоел, да, быстро. А я наоборот жалею, что я в свое время его не кастрировала. Не надо, он бы сразу... стал, не знаю, мне не нравятся кастрированные собаки. Дело в том, что у нас, представьте, 10 лет, собака постоянно удирает в поисках клиентов, постоянно. Это караул. Он на даче, блин, такие устраивает там спектакли. Чё ты, достал он тебя, сейчас пойдем. Там хвостом виляет. Я мужу говорю, посмотри даже на собак. Вот типичный пример женского пола. Нет, ну есть неадекватные. Это она адекватная просто. Нет, я вообще по поведению. Потому что девчонки сюда на поведение. Говорю, так и в жизни. Женщины такие же. Сама хвостиком виляет, и сама к ней подходит. А сама вот идет ему там заигрывать. А так я уже приводил, я здесь с ней гулял, и за нами кобель увязался. Я его искал, владельца, с этим кобелем ходил. Он тоже за нами увязался. А он там с жетончиком был? Нет, без жетона, ну просто как бы понял, что кто-то здесь гуляет. Понятно. Ладно, пойдем, а то она... Пошли. Сейчас пойдем кто-то. Все, дружище, иди домой. Иди. Мы пошли гулять.